На встрече глава региона наградил самых активных участников волонтерской акции «Мы вместе», которые помогали пожилым и нуждающимся людям в условиях пандемии. Волонтерам вручили дипломы и благодарности. Главная задача, чтобы мы нашими совместными работами, совместными действиями показали, что Камчатка – это край, где можно и нужно развиваться, где непаханное поле работы, где каждый активный, неравнодушный человек может найти для себя место для самореализации, возможности для самореализации, и где этих возможностей больше, чем где бы то ни было. После торжественной церемонии Владимир Солодов пообщался с активом молодежного правительства и обсудил с ними проекты, которые они хотят реализовать на Камчатке. Один из проектов направлен на систему молодежных стажировок в органах исполнительной власти. Владимир Викторович его поддержал с большим энтузиазмом. Будем думать над этой системой. А второй проект направлен на открытые встречи, как говорится, без галстуков, прямые диалоги молодежи с властью, в том числе и с губернатором Камчатского края. И третий диалог – это такая новая система, ну не совсем новая, для Камчатки скорее слово новое, спид-дейтинг, когда молодые люди практикуют навыки самопрезентации. Свою помощь при творении в жизнь некоторых идей предложили опытные организаторы проектов, которых пригласили в качестве экспертов. У нас много форумов у нашего делового сообщества. И здесь вот старшие коллеги, что называется, могут помочь. И у нас есть достаточно серьезный пул вот таких очень хороших тренеров, которые с Камчаткой работают и которые готовы помочь это все тоже организовать и с ребятами поработать. Итогом встречи станет реализация предложенных проектов, главная цель которых – сделать так, чтобы молодежи стало интересно жить и трудиться на Камчатке. Ольга Семенова, Дмитрий Былков, информационное агентство «Камчатка».